факультетах ничего вас не учат там. И в наших НИИ. Ни один наш ученый, так сказать, обществовед не предсказал ничего. Ни развал страны, ни перестройку, ни реформу. Ничего. Сидят задним умом, что там было до 17-го года или что там было в 30-е годы. Поэтому это вот комитет все правильно это делает. Надо, чтобы это услышали. Ну, сегодня интернет. Все это в интернет уйдет. На Инлене интернетом. Там они больше смотрят другие и лайкают, так сказать. На английский язык все перевели. Уже последнее новшество, где трек, недовольны, что вы слово трек употребляете. Теперь уже слово путешествие, русское заменили, тревел. Что, уже тревел говорят? Да что ж такое? Как узнает страна, что они говорят про путешествие? Тревел! Каждый день вводят. Для чего? Чтобы унижать нас, унижать. И Евросоюз не вступает, и в НАТО не вступает, и в Сирии побеждает, и Украина там более-менее. Так мы вас будем унижать языком, чтобы у вас не было русского языка. И Госдума не приняла закон о защите русского языка. Вот для этого, в целях наших, не наших, а у кого-то там есть западные кураторы. Поэтому быстрее прервать связи с западными кураторами. Да, я благодарю Владимира Вольфовича за полное глубоких аллегорий выступления. Я думаю, что ряд из них потребует.